всем же очевидно, откуда идет христианство. От Христа, от его проповеди, от его научений. А где оно записано? Это и есть Священное Писание. Я сейчас говорю о Новом Завете, естественно. Но и Ветхозаветное Писание, опять-таки, оно является откровением самого Бога. И только через него мы получаем сами основы нашей веры и основные заповеди. Так что в любой религии, конечно, самым основным является то, что уже зафиксировано. Поскольку мы же понимаем, то, что не записано, очень легко может преломляться и в нашей памяти, и в нашей передаче. Поэтому до сих пор Священное Писание является, конечно же, основой, необходимой основой для нашей веры. В отношении же святых отцов вопрос другого порядка. Обратите внимание, если мы будем говорить, например, о христианстве, посмотрите, протестантизм, провозгласивший одним из критериев своей веры только Писание, то есть Писание и все, к чему оно пришло? Ведь мы же понимаем, что почти любое место Священного Писания можно в конце концов понять по-разному. И вот мы видим, в XVI веке появился протестантизм. И что дальше? Теперь уже их не только десятки, а сотни различных ветвей и направлений. Почему? По очень простой причине. Что находятся идеологи, руководители, если хотите, обладающие даром руководства. Так, и они дают свое понимание Писания. В результате начинается другое направление веры и жизни. В этом отношении чрезвычайно важным является тот факт, что православная вера, в отличие не только от протестантов, но если мы коснемся католицизма, мы там тоже найдем невероятное количество различных философских и христианской философии мнений и суждений по вероучительным вопросам и вопросам морали, вопросам устройства церкви и так далее. Православие тем и отличается от всех прочих христианских конфессий, что оно утверждает, что истинное понимание Писания возможно только через приобщение тому Духу Святому, которым были вдохновлены авторы Священного Писания. Священное Писание – это не простая литература, вот книжку взял и написал. Нет, это Боговдохновенное Писание. То есть то, что они писали под, так, скажем так, внушением или вдохновением Духа Божьего. Что это означает? Я сейчас не хочу говорить о том, как понимать это Боговдохновенность, а хочу сказать совсем о другом. Именно о том, что если именно Дух Святой является в конечном счете вот тем основным автором написанных книг святых, следовательно, кто же может дать точное понимание того, что написано. Сама логика наша, человеческая, говорит только тот, в ком этот Дух Святой пребывает. Кого мы называем теми, в ком пребывает Дух Святой, которые достигли обожения, которые достигли духовного совершенства. Это святые люди. Поэтому в православии является вот той, если хотите, просто уникальной религией в христианстве, я говорю, среди христианской конфессии, которая говорит истинным пониманием
Священного Писания обладали, могли обладать и обладали святые отцы. И когда мы видим, что то или иное положение Священного Писания, совокупность отцов, то есть многие отцы, может, большинство даже отцов, или все даже отцы, говорят, нужно понимать вот так, а не иначе, то мы говорим, это есть истинное понимание. Потому что мнения могут быть различные сколько угодно. У одного из наших святых есть хорошее высказывание, которое говорит, мы верим в то, во что верили всегда, все и повсюду. Видите, как сужается круг сразу тех истин, как сужается этот круг истин, который бы охватывал всех, всегда и повсюду, то есть во все времена существования христианской веры. Так вот, вот этот голос совокупный или соборный, голос святых отцов, и является для православия ничем иным, не мнением, даже не авторитетом, а является голосом Духа Божьего. И поэтому православие пока еще, пока будет придерживаться вот этого положения, положения, то есть держитесь святых отцов, пока будет придерживаться, пожалуйста, оно может оставаться и будет оставаться твердым и непоколебимым. Как только мы начнем отступать от прямого учения святых отцов и свои мнения, предположения начнем высказывать в качестве одного из пониманий Священного Писания, мы точно так же располземся все по десяткам и сотням различных мнений, как это случилось с протестантизмом. Вот почему необходимо знание не только Священного Писания, а и святых отцов. Мы находим удивительные слова у святителя Игнатия Брянчанинова, который говорит, только через чтение святых отцов мы научаемся истинному пониманию Писания. Это можно было бы эту тему. Это очень интересная тема. Ее можно было бы широко, очень широко, бесконечно широко иллюстрировать теми идеями, которые существуют, например, в протестантизме. На протестантизм оказывала всегда огромнейшее влияние философии. Причем философии часто людей, которые радикальным образом заблуждались в вопросах веры. Возьмите того же Гегеля, возьмите Шлейермахера, это апологет, например, христианство. До каких вещей только они договаривались. Философия всегда, философия, представляете, не святые отцы, а философия оказывалась тем стимулом, который развивал так называемую, извините, богословскую мысль на Западе. Это чрезвычайно важный вопрос. Без святых отцов мы располземся, мы рассыпемся, мы превратимся в какую-то, в одну из богословий превратится наша, в одну из гуманитарных наук, в которой в каждой науке, вы знаете, чего ищут? Чего-нибудь новенького. И вот мы находим протестантизм, чего только новенького не находим, вплоть до того, что Дух Святой – это богиня. Пожалуйста, об этом прямо заявляли, например, на ассамблее, которая была в Австралии. Я же помню это. Пожалуйста, без всяких. Пасторша, одна протестантская пасторша проповедовала со всей силы. Это женское начало божества. Это богиня. Откуда взяли, матушка? Какие основания? А почему во мне говорит Дух Святой? Одним из положений протестантизма. Так вот, мы говорим, православие говорит о том, что Дух Святой действительно полноценно, ясно говорит только в том человеке, который очистился от страстей. Исаак Сирин писал,
Душа видит истину по силе жизни. Я вам точно привожу его цитату. Душа видит истину по силе жизни. Действительно была сила жизни тех, кого мы именуем святыми отцами. Вот они-то и видели по силе этой своей жизни истину. Они и записывали. Поэтому творение святых отцов для церкви, для любого христианина является основополагающим, просто фундаментом в строительстве церкви и его души. Чтение необходимо всем. Всем. Но у каждого человека очень и очень различно стремление к пониманию Священного Писания. Обратите внимание, какое множество верующих заражено невероятно какими суевериями, чего только нет. Да просите одним снам, какая вера только. Ужасно. А уж в отношении обрядов, например, церковных, чего только мы не найдем. Так вот, конечно, так называемые простые люди, что значит простые? Речь-то идет ведь не только же о рабочих и крестьянах, речь-то идет и об интеллигенции, как их можно отнести к чему? К простым людям или нет? Всем нужны святые отцы, но, естественно, в разной степени. В разной степени. Например, когда говорят о необходимости чтения святых отцов, то даже предупреждают, что нашему уровню, вот нашему обычному уровню, в котором мы все находимся, чтение нужно тех святых отцов, которые действительно научают нас самым простым истинам веры и жизни. Есть другой уровень отцов, которые писали уже о так называемом, я бы сказал, таком, ну, втором уровне духовной жизни. Это уровень духопросвещенности такой. Это тот уровень, которого достигают многие, борясь со страстями и смиряясь, и приобретая таким образом такую помощь Божию, что они уже освобождаются от тирании страстей. Им нужны другие отцы, и они есть. Если взять добротолюбие, как же? Конечно, там есть другие отцы. Знание святых отцов, которое человек может получать или сам из книг, или должен получать от священства, является необходимым в жизни каждого христианина.